Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток. И сегодня мы с тобой начинаем играть в топовую глобальную модификацию под названием Eclipse. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Ребята, вот серьезно, мы уже на самом деле когда-то играли в эту модификацию, и она была настолько хардкорная. По кое-каким причинам я перестал ее снимать, но сейчас все нормально, все можно снимать, ребята. Единственное, конечно, ПВЗ 2 китайская версия. Нет, ребят, к сожалению, ее не будет на канале. Так жалко, на самом деле, потому что это... Ох, ребят, это самая любимая версия моя. Там столько всего, там даже за зомби можно играть. Но здесь, ребят, тоже ничем не хуже. Тут сбалансированы растения, здесь уникальные уровни, уникальные даже растения есть. Долька чеснока даже есть. Ребята, маленькие грохострелы. Дело в том, что вышла версия 3.0. И, ребят, мы должны это посмотреть. Конечно, кстати, две, по-моему, версии стало. Это изи и обычная. Вот, ну, хардкорная, ребята. Конечно же, я установил хардкорную, ребятки. Куда же мы без этого? Ох, я помню, как я горел, ребята. Там были такие уровни, блин. Затерянный город, да, вот этот вот. Ой, боже, мама. Короче, ребят, не забудьте поставить лайкосик, это очень-очень важно, а также вступить в Discord-сервер, ребят, потому что там сейчас хотя бы уведомления быстро приходят на каждый видосик, и плюс, ребята, расписание есть. Так что, друзья, вы будете в курсе. Иногда оно, конечно, меняется, но это нормально, потому что что-то там не по плану, что-то по плану идет. В общем, здесь также есть апгрейд растений. Как я помню, мы прокачивали подсолнух, и зря на самом деле это сделали, потому что больше он солнышек вроде как не давал, он наоборот... Слушай, что он там... А, у него хп там увеличились, в общем, такое на самом деле. Притом он стоил даже больше по стоимости... Такое дело. А вот грохострел можно улучшить. Нужно, я бы сказал, ребятки. Хотя он сейчас соточку стоит, да, ребят? Посмотрим, поживем, увидим. В общем, туториал легкий, ничего не скажешь. Ну, я думаю, дальше будет намного сложнее, ребят. Это нас так приветствуют в игре, то есть... Но прикинь, кстати, была какая-то, кстати, модификация, где туториал уже такой дикий адский хардкор был. Так, у нас подсолнух, ура, у нас первое растение, ребятки, у нас появилось первое растение. И смотри, какие тут загрузки. Кто это? Интересно. Так, стопэ. Сейчас, wait, стоп будет, да. Типа, какого фига, блин, они предатели, импостеры. Чего они против нас? Совсем уже офигели. Кстати, один из подписчиков, я помню, делал модификацию, где осьминог, ребята, кидался клубникой. Это было очень круто. Так, давайте потихоньку двинули. Вот, можем даже, наверное, прибавить скорости. В принципе, не так здесь сложно это все. Наверное. Сейчас посмотрим. Но по соточке это уже, конечно, мне не очень нравится, ребят. Что стоимость такая... повысилось, но я уже давно, даже в оригинальной давно не играл, поэтому я не помню, сколько стоит подсолнух и обычный грохострел на первом уровне. Так, тихо. По-моему, они столько и стоят, наверное. Ребята, реально, подзабыл я. Так, мы сколько играем? Растения против зомби, по-моему, аж целых 3 года, прикинь, на канале. Ну, в последнее время что-то как-то подзабросил я, но все, ребят... Возвращаемся, как говорится, к истокам. Многим нравилось, как я проходил. Поэтому, ребята, продолжаем. Все спокойно раскидываем. Смотри, минус зомбак. Хорош. Так, еще идет с атрисконусом. Тихо, друже. Погоди. Давай здесь тоже поставим. Отлично. Давай здесь ставим также, дружище. Набираем. Побольше солнышек, чтобы горохострелы стреляли, как пушки, блин. Слушай, хорош, ребят. Все, дело, ребят, в шоколаде у нас. Дела наши. Посмотри на это просто, а? Все, проходим. Так, господи, от них ничего не останется, ребят. Второй уровень, тут выеживаемся, да?
Я, ребят, что-то такое помню, что дальше там полный атас будет. Так, теперь у нас стена орех есть. Вот уже неплохо. Наши дела налаживаются. Блин, смотри, что это, блин, за мини-человечки? Смотри, ноги оставляют. Так, и сейчас расширяться будут. Да. Теперь намного больше у нас. Опять же, туториальчик, третий уровень. И туториал тут пропустить как бы нельзя. Но мы его быстро пройдем, ребят, вы не переживайте. Так, все, еще один подсолнух ставим. Смотрим, где наши. Там ведро, кстати, надо будет обязательно ставить, ребят. Господи, ведро, какое ведро? Я о зомби с ведром подумал. Монетка, ура, у нас денежки, собирай денежки, чтобы купить всякие различные штучки в будущем. Да, я помню, здесь, кстати, костюмы что-то вроде как меняют, но я точно не помню. Также делаются еще очень крутые модификации, ребят. Там от некоторых разработчиков для растений против зомби, притом китайскими, там, для второй части. И там как раз будут растения из китайской версии. Так что мы с тобой будем снимать, я думаю. Саму китайскую версию нельзя. Вот такие вот дела, ребятки. Так, спокойно, спокойно, друзья, идем. Так, отлично, 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 отлично. Слушай, горохострелов все больше и больше и больше. Всего одна волна. Смотри-ка. Великолепные дела, посмотри-ка, ля, как хорошо, посмотри-ка, а? Так, брейнс, мозги, мозги, мозги. Хорош. Так, если мы проапгрейднем наш горохострел, вот мне вот это интересно, ребят, он же будет уже не соточку стоить, 125 или 150 даже. Стоимость повышается, да, в оригинале, ребят, конечно же, стоимость уменьшается, здесь она еще и прибавляется, не все так просто. Но в этом и кайф этой модификации, ребятки. Вот такая вот у нас получается, смотри-ка. Ля. Вот так вот, раз, сделаем. Смотри, как красиво. Быньк, быньк, бошки отлетают, ручки, ножки. Все, прошли, друзья, получаем соус табаско. Это у нас, конечно, безумный Дейв обожает. Привет, сосед! Это остренький соус, он для моего тако. Ну, в принципе, мы... Я помню, я вообще переводил. Кстати, самое интересное, что русификатор вышел. Ребят, вот что самое интересное. К сожалению, он поздновато вышел, ребят, но... Я помню, я каждую строчку переводил прям, накладывал даже вам, чтобы вам было удобней. И многим это заходило. Это Египет, да, античный Египет. Эклис. И вот сейчас, по-моему, что-то... Нет, пока все то же самое, ребят. В меню мы с тобой вроде как... Вот я не знаю, когда, после скольких уровней мы в меню можем выйти, ребят, и поглядеть, посмотреть-то. Так, все, хорошо. Давай сюда первым делом ставим. А, он сейчас воровать солнышки. Не надо, не надо, дружище. Интересно, он быстро будет воровать? Не, он не быстро, ребят, ворует. Обычно, как в обычной версии, все легко. Ничего страшного нет. Так, и тут уже идут, видишь, зомбачки. Так, 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 тук, тук. Больше, 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 больше подсолнухов. Так, все, горохострелы у нас на местах. На местах, на месте. Так, отлично. Так, здесь давай поставим. Куда, куда? Своровал! Все-таки своровал. Блин, своровал! Засранец. Смотри только на это. Забираем, забираем бабосик. Ну все, растем, ребята, растем, 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 растем. Идут у нас уровни как надо. Ребят, вы не переживайте, мы сейчас просто подбираемся к самому интересному, поэтому я... на быстрой скорости все это делаю. Вот. Намного все побыстрее, чтобы было. 590, это хорошо, денежки. Это очень хорошо, мы эту валюту прям любим, безумные Дейвы. Валюта 690 Дейвов у нас, ребятки. Пойдет. Так, деньги, притом, смотри, деньги-то выпадают частенько, очень часто. Очень часто, ребят, очень часто. Посмотри. Да боже, я даже курсором не успеваю. Ребят, вы уж сами мне помогайте там. Я помню, когда-то мне писали в комментариях, типа, да блин, я тоже хочу, вот солнышко, и вы тоже кликаете.
Так, бывает, бывает, ребят. Так, хорошо. Да, с конусами, конечно, проблематичные зомби. Так, спокойно, уже в 950, хорош! Это очень хорошо, это прям очень хорошо, ребята. Прям очень хорошо, я скажу вам. Так, нам сейчас пока еще везет. Так, конечно же, лучше нам здесь стена орех поставить. Здесь оп, вот так вот сделаем, ребята, и все. И готово. Оп. Монетку забираем, 980, и у нас уже... Ага, хорош, косарик у нас там, кстати, есть. Угу. О, хорошие новости, Пенни, я нашел карту. И вот смотри, давай посмотрим, тренинг рум, хардкор есть. Вот сити. Опа, опа, ребята, а вот это уже офигенно. Make crash game. Может, крашнуть игру или как? Что там? Уж. Англичанин еще тот. Ты сам знаешь это, друже. Это вообще красиво, ребят. Смотрите, как... Ох, ля, блин. Тут немного, по-моему, изменений. Или я уже просто давненько, ребят, не играл, поэтому... И посмотрите. Тут есть, кстати, секретные уровни. Я помню, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же тут будет? Итак... Что у нас здесь есть? Давай смотреть. Мини-растение-пакет. Сколько стоит? Ты что, прикалываешься, что ли? А как? И маленький шанс. Ой-ой-ой, тут цены очень кусучие, я тебе скажу. Прям очень кусучие. Ёкарный бабай. Один гем у нас. Мы можем... Это жесть. Костюмы, кстати, блин, ты посмотри просто, какие костюмы клевые. Бинтованные мумии, офигеть, это очень круто. Борода. Такого, конечно, ты не увидишь. Ребята, в оригинале костюмы, еще костюмы всякие различные. Просто посмотри. Как их много. Дракон, офигеть. Блин, конечно, хочется все уникальное тут скупить, но... С деньгами у нас непорядок. Ресурсы, мейн, пампкин. Ну, у нас только бабосика нет. И доната тут, кстати, тоже нету. Ребята, если вы тут подумали, то что доната... Нет, тут его нету. Тут его нету, ребятки. Так, переходим на следующий уровень. Блин, ну игра затягивает, согласись. Игра затягивает. И вот куда дальше, на какой уровень идти? То есть, наверное, сначала мы с тобой пройдем Египет весь. Хедстон. Ох, посмотри на это, посмотри. У нас есть проблемки маленькие, ребятки. Нет, серьезно, у нас большие проблемы, если честно. Потому что... Ну, потом... А как мы... Ну, вот только так, ребята. То есть, прикинь. Только так, если. А по-другому никак. Видишь, свободное время они калашматят. Так, хорошо, ладно. Все, живем, 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 друзья. Живем. Давай сразу же подсолнух ставим. О, росточек. Это нам пригодится. Здесь, конечно, ребят, по сравнению с оригинальной игрой, здесь надо прям пользоваться всеми возможностями, понимаешь? Чтобы развиваться, чтобы у нас все было как надо. Друже. Так, давай, 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 еще больше, ребят, следующая серия будет подольше, это я вам обещаю, потому что, ну, надо побыстрее все это проходить будет. Я думаю, вам наоборот в кайф будет смотреть, например, там 40 минут серию, чем как мы долго, например, там будем выпускать по 20 минут, дядь, ты шо? Тут, блин, столько, тут столько уровней, что я думаю...
Но то, что тут есть уже мини-растения, это прям прикольно. Я не знаю, честно, какие там функции у них, как они там будут маленькие. Даже мини-минка есть. Это что такое вообще? Так, это забираем. Какая штука. Так, сразу ставим. Тут вроде как... Ох, да нормально вообще. Смотри как. Мои кочерышки, давайте, фигачьте. Капец, косарь денежек, это всего лишь один гем. Ужас. Как же нам это все накопить? Ну тут гемы ни в коем случае не тратим. Ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, денежки быстро идут. Смотри, раз-раз-раз-раз-раз. Может, что-то и... Пойдет, нифига, один гем просто выпал, и все. 250, друзья. Почему такая большая цена? Вы, ребят, что это такое? Но сегодня серия, кстати, коротенькая будет, ребят. Сразу вас предупреждаю я. Офигеть, да вы чё такая? Так, а тут квесты. И вот это уже интересно. Смотри, пиньята плюс там еще что-то, такие наградки. Это хорошо. Это прям определенно хорошо, ребята. Выживи 4 минуты. Серьезно? На выживание? Это круто. Это круто, ребята. Это очень круто. То есть, прикинь. Интересно. Так, здесь мы вообще прям угадали. Отлично. Хорош. Предлагаю, ребят, на самом деле здесь поставить сразу же вторую, потому что как-то это все дело идет такое. Нам нужно больше золота, понимаешь, друже? Аккуратненько. О, безумные Дэйвы. Ой-о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 й, сюда ставим тоже, сюда ставим быстро. Там. Так, и тут уже можно поставить вот эту вот штучку, смотри. Так, как ты думаешь? Ну, я думаю, надо поставить определенно. Тан-т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 ан. Так, бумеранг, ну, я бы не сказал, что он прям супер здесь помогает как-то. Прям супер-супер как-то. Значит, давай сюда стена орех поставим. Блин, тут до сих пор надгробия не могут справиться с ними. Так, минута остается, мы с тобой вообще нормально... А все. Так, большая волна, ребята. Идет. И я думаю, ребят, давайте-ка вот так сделаем. И здесь поставим стену орех на всякий случай. Все, отлично, бумеранги прям хорошо работают. Как по маслу. И мы за это пиньяту получаем. А в пиньяте, возможно, куча золота. А что надо? Блин, зачем я сюда поставил бумеранг? Здесь вообще уже никого нет. На кой фиг? Ладно, справится. Всего 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И мы справились, получаем кучу бабла. Отлично, квест completed. Так, и мне нужно забрать наградку. Что у нас в пиньяте? 1000 уже. Вот это неплохо. И тут есть, видишь, челленджи. Ты видел? Мини-игры, комьюнити. Ребятки, здесь просто ляпота. Посмотрите на это. Ой-ой-ой, я даже не знаю. У меня и туда я хочу, и сюда, блин. Не знаю. Вот, а вот это уже интересно. Смотри. 1, 2, 3. Финт. О, интересно.
Так, Visit World. Сейчас типа горохострел, я так понимаю, можно проапгрейдить будет. Я даже не знаю. А, вот так вот, да? Вот так вот, значит. Нифига мы не найдем, да? Я думал, нам дадут, как бы. Вот, смотри, тут есть. Стой. А, тут поменьше, ну рычажок. Стой. А как? А как это? Стой, сейчас 50, но он будет. Смотри, мы меняем. Раньше по-другому было. Ну наконец-то это, боже, сделали. Ребят, сейчас объясняю. Смотрите, в чем прикол. Кстати, всего один. Ну я знаю, сколько это дороговастенько стоит. Всего дамаг 4, ты маленький. А, нет, 90. Этот 0, этот 4. Ой, ты маленький. Короче, смотри. Здесь как бы раньше типа уровень был. Левел 3. То есть тут 50 солнышек, но он долго как бы перезаряжается. Время охлаждения, скажем так. Сейчас мы меняем на 4 уровень. Так вот. А погоди, мы что, до бесконечности? Так, 5, 75. Вот 5 уровень. Ну, короче, так до бесконечности, я так понимаю, можно делать. Но смысл один. Ребята. А вот тут уже за бабос. 400 стоит, дамаг повышается. Здесь можем мы также. Ладно, пусть 75 будет. 75. Это вот, знаешь, золотая середина. Чтоб побыстрее. Вообще, лучше бы как бы побыстрее бы нам там ставить. Но тут, видишь, как бы сбалансировано все равно. Ой, блин. Ну давайте, давайте еще один уровень с тобой пройдем. В принципе, блин, затянуло, серьезно. Я не знаю, во сколько сегодня ролики выйдут, но я постараюсь побыстрее все это сделать. Ребята. Эклис! Так, тут, блин, какой-то. Господи, что это такое? О, первый. Третий. Это интересно, это очень интересно, ребята, потому что я. Мама мия, ничего себе. Так. Он прям всю застанет. Нифига себе компанию. Блин, интересно. Так, мы можем с тобой по-быренькому вот так вот сделать. Стоит ли их стопать? Вот как-то так мы с тобой идем сейчас. Так, сюда, конечно. Давай, дружище. Капец, их просто, смотри, сколько, куча целая. Ребят, да куда вы все идете-то, а? Хмыри, блин. Идут. Блин, мне бы вот тут вот быть... как-нибудь справиться. Но сейчас мы, знаешь, поставим все-таки. Бумеранг вон туда, вот чуть повыше. Да, придется нам сюда пока сделать. Ну а что делать, ребят? Что делать? Вот, теперь на всех рядочках. Сейчас тут разрушат, я надеюсь. Ой, капец, они какие засранцы. Тут надо побыстрее от них избавляться, они заколебали. Серьезно. Так, и тут мы можем уже куда-нибудь... Блин, проблема в том, что капец, тут все в раскоряку, понимаешь? Что вообще происходит? Ну давай вот так вот сделаем. Давай вот так вот. Во. Так неплохо. Понаставили там их кучу целую. Так, хорошо. Теперь сюда.
Какая-то вилка уже получается, ребята. Смотри на это, стена орехов. Так, пойдет. Давай сюда, я вижу. Проблематичность. И мы там некоторых хотя бы... Ребятки, пожалуйста, остановитесь, не кушайте стены орехи. Чуть ли не вымирающий вид уже. Их жрете и жрете и жрете, сволочи. Так, ну денежки, кстати, есть, ребятки. Денежки-то, смотри, 3680, пойдет вообще. Хорошо идут. Ай, прорвались, оборона. Проблема, ребят, тут вообще жопа какая-то происходит. Блин, реально жопе. Так, заморозка, так, это хорошо, когда заморозка. Блин, мне бы сейчас стена орех бы. Да, хорошо. Так. И тут у нас, видишь, прорываются засранцы. Надо как-то так поставить уже. То есть, прикинь, как бы легкий вроде как уровень, а смотри. Нагнетает. Смотри, что происходит. Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Уй. Посмотри, сколько зомбятины. Ты просто посмотри, сколько зомбятины, блин. Боже мой. Скушали. Не, ну мы выигрываем. Мы все равно выиграем сейчас, ребятки. Это понятное дело. То есть минимальные такие потери. Конечно, мы... Черти как, блин. Ставим наши растения. Надо по-красивому как-то их так расставлять. А мы с тобой... Да пойдет, дружище, пойдет. Ладно, ребят, все. Мы на этом, я думаю, пока что заканчиваем. На самом деле, пока непонятно тебе, да, наверное, братишка, как бы модификация, но... Ты уже понимаешь, тут какие-то мини-игры будут, дофига всяких растений маленьких, еще нарядов дофига. Что-то интересненькое. Поверь мне, дальше больше. Ладно, ребят, на этом пока что все. Да, вот нам говорят, типа, вот сейчас будет... вот, хардкодед. Так, пиньята. Так, мне дали... Один мне дали. Там вроде 5 штучек было, мне 5 дали. Вы что, прикалываетесь, что ли? Боже мой, вы серьезно? Так, ладно, подзагрузочка. Все, ну там я теперь могу что-то сделать. Но это потом, в следующей серии. Ребят, не забудьте поставить жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогие.